Давай. Так, кто свободный? Тихонечко топор неси сюда. Очень аккуратно. Как учили. Как учили. Мы сейчас поднимем и вытащим лайки. Хо-хо-хо-хо-хо! Дошел без происшествий, чуть по голове себе. Привет! Здравствуйте! Как зовут? Никита. Никита, ты самый молодой капитан, которого я видел. Ты один прошел через Волгу, да? Да. А кто тебя научил этому? В Артеке. Там, ездили, нас учили. В Артеке? И ты не боишься? Нет. И знаешь, как поворачивать? Да. Все знаешь. Никита, это круто. Ты молодец. А тут это одноместное? Да. То есть вдвоем сюда и нельзя, да? Ну да, это по очень сложно будет. Угу. Сколько тебе лет? 13. 13 лет. Один ходит. А судно как называется? Яхта класса «Оптимист». Яхта класса «Оптимист». Самая маленькая яхта в мире. Серьезно? Да. Самая маленькая яхта в мире класса «Оптимист». Пессимистам на ней делать нечего. Самая маленькая для 13-летнего Никиты.